Друзья, всем привет! Приехала в Фикспрайс за хозяйственными нужностями и покажу, что интересного новенького тут есть. Друзья, мы на даче уже, приехали из магазина. Прежде всего покажу, что купила, потом сделаю вам обзор новинок. Купила вот такие корзиночки, две штуки. Одна серенькая с беленьким. Купила ее на кухню для целей таких. Решила складывать туда зарядки и провода, чтобы было все убрано, не валялось по столешницам, на столе. Вот таким вот образом будет организовано хранение всяких проводов и зарядок. Вот. Замечательно, поместится туда много. Она матерчатая. А основание у нее железное. Взяла две штучки. Сейчас вам вторую покажу. Вторая корзиночка вот такая. Беленькая с черненьким. То же самое. Ткань. Ну, похоже на хлопок. Основание железное. Это я взяла в санузел. Туда буду ставить всякие пузыречки. Возможно, крема какие-то. Тоже как органайзер, очень симпатичная, хорошая, размер хороший. Дальше, девочки, из новинок взяла вот такой кувшинчик, вазочку, просто не устояла перед ним. Дальше в обзоре я все расскажу, покажу, что почем. Ну, просто вот такая нежнятина, такая милота. Знаете, ну такой классный. Вот у кого на дачу, там загородный дом. Ну, вот посмотрите, это просто вот класс. Можно куда угодно приспособить. И на кухню, и в комнату, и в спальню. Сейчас уже цветочки скоро пойдут. Разные букетики можно туда ставить. В общем, я влюбилась в эти кувшинчики. Вот с такими розочками, с таким вот рисуночком я взяла. Девочки, приспособила для салфеточек. Смотрите. Так что пока нет цветочков, можно для салфеточек. Ну, красота же. Ну и самое главное, зачем я поехала в Фикспрайс, это мне нужно было средство для мытья стекол. Решила помыть окна во всем доме. И тряпочки. Девочки, очень рекомендую вот такое средство. 3 в 1. Подходит абсолютно для всего. Не оставляет никаких ни разводов, ничего. Отмывает очень хорошо. Прям вот советую. И тряпочки. Тряпочки в отделе, вот где у них все для автомобилистов. Вот такие вот 2 тряпочки. Очень удобно, что 2 идут в наборе. Одной моем, второй вытираем. В общем, это самая нужность, которая мне нужна была. И то, что, собственно, заставило ехать в Фикспрайс. Девочки, мимо вот этой вот вкусняшки я тоже пройти не могла. Наша семья пользуется популярностью это печенье. Злаковое, без муки, с кусочками шоколада, рассыпчатое, хорошее. Так что тоже рекомендую. Друзья, вот такой обзор покупочек. А дальше я вам покажу большой обзор новинок. Очень много всего интересного в Фикспрайсе. Это Московская область. Так что смотрите дальше. Показываю. Девочки, вот такая вот шкатулочка. Здесь новенькая лаванда. Ценник 199 рублей. Шкатулочка лаванда. Красивая. У кого в таком стиле, очень приятная вещичка. 199 рублей. И смотрите, что такая вот лаванда искусственная. Горшочки. Вот прелесть какая. Кстати, вот такое вот ведерко. Очень красивая. 299 рублей стоит.
такие новиночки. У нас не было таких. Очень красиво. Шкатулочка. 199 рублей. И вот это вот лаванда в горшочке. Новиночка. Горшок с поддоном керамический. Опять тема лаванды. То есть вот такая вот расцветочка. Вот такой рисуночек. И вот такой с птичками. То есть сразу поддон идет, и он держится вместе с горшком. То есть вот поднимаем. И вот все вместе. Тоже очень красивые, нежные. Ну вот опять коллекцию лаванды. $249. Ну вот, коллекция лаванда продолжается. Тоже новинка. Чехол для одежды 60 на 130. 89 рублей. Смотрите, тоже с лавандой. Вот такая красота в шкафчике будет висеть. Вообще супер. Мне очень понравилось. Смотрите, появились вот такие ведро для мусора. Как в Икее были. Очень похоже. Очень. То есть издалека прям вот как икеевские ведра, которые там были. Там были белые и черные в Икее. Тут беленькая и серенькая. 10 литров, 149 рублей. Девочки, появились еще вот такие жалюзи, тоже как в Икее были. В Икее были беленькие такие, из нетканого материала, дешевые. Здесь вот тоже появились, размер у них 150 на 50. Нетканый материал. У нас вот серенькие и черные. Ну, то же самое, как в Икее они вот делались. Без сверления. То же самое. Вот жалюзи на окна. 149 рублей. Смотрите, какая прелесть. Кувшинчики тоже новинка. Три расцветки. Одна вот такая. Такая вот расцветка. И вот такие цветочки. По 199 рублей. Ваза-кувшин. Девчонки, прелесть. Очень красивые, нежные. $199 кувшинчики. Еще новинка, вот такие вот вазочки. Тоже по 199 рублей. Вот ваза сумочка. Фоторамка. 20 на 15, 249 рублей. Тоже такая прям нежнятина. Беленькая, розовенькая, голубенькая, овальная. Очень красивые, прям нежные такие, прованс.
Девочки еще рекомендуют такие вот тряпки. Они для автомобилистов идут. Но они замечательны для мойки стекол. Вот окна мыть. Они не оставляют разводов, не оставляют ворсинок. В наборе идет две штучки. 79 рублей. То есть вот такие они, причем красивые, симпатичненькие. Например, одна с рисунком, вторая однотонная. Вот для мойки стекол рекомендую. Такие тряпочки. А также вот такое вот чистящее средство. Оно подходит для всего. По 79 рублей. Замечательное. Подходит для всего. Стекло, пластик, дерево, керамика, кожа. Замечательное средство. Рекомендую. 79 рублей. Смотрите, какие милые чайники заварочные. Просто прелесть. Объем замечательный. 1,1 литр. 299 рублей. Смотрите, как будто вязаная такая. Кофточка на нем одета. Расцветка только красненькая, к сожалению. Ну, вот, я бы купила, но мне не подходит такая расцветка. Ну, очень милые чайники. Девочки, очень много новых кружек появилось. Очень много. Вот таких вот черно-белых с разными рисунками. Много разных. Такие вот кружки для мальчиков с усами и для девочек с губками. Они с термодном. Такое вот термодно. Оно снимается, когда мыть чашку. Очень удобно. Но сохраняет напиток дольше горячим. Ценников, правда, на них нету. Ну, думаю, рублей, наверное, 79 и 99 они стоят. Очень интересно быть кружечки. Друзья, если понравилось вам видео и обзор для вас был полезным, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень приятно.